Ветер стих, не гудят провода, замерлись на веточке клёна, лишь куда-то плывут облака. И, наверное, далёко-далёко, лишь куда-то плывут облака. И, наверное, далёко-далёко, я бы сел бы на вас и ушел от врага, от любви, от ласки земной. Вы возьмите меня, облака, заберите меня с собой. Вы возьмите меня, облака, заберите меня с собой. Протекает река, и водицу свою к миру гонит. Ох, и жаль мне вас, облака, лютый ветер сейчас вас разгонит. Ох, и жалко мне вас, облака, лютый ветер сейчас вас разгонит. Отмывает вода берега, и качается солнце в волне. Все равно я вас жду, облака, возвращайтесь скорей ко мне. Все равно я вас жду, облака, возвращайтесь скорей ко мне. Не гудят провода, замерлись на веточке клёна, лишь куда-то плывут облака. И, наверное, далёко-далёко, лишь куда-то плывут облака. И, наверное, далёко-далёко. Достойно главное, достойно любые встречи времена, как на эпоха, то застойка, то взбаламучена, как на эпоха, то застойка, то взбаламучена. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 17 апреля 2023 года, студия «Ночное такси» открывает в Санкт-Петербурге 28-й ежегодный фестиваль памяти Аркадия Северного. Этот фестиваль продюсер Александр Фрумин проводил в Петербурге ежегодно в апреле, начиная с 1995 года. Фестиваль посвящен удивительному русскому певцу Аркадию Дмитриевичу Звездину Северному. Аркадий Северный – неподражаемый исполнитель лирического городского романса, русского шансона. Он был независимым артистом. Тот репертуар, который он исполнял в его время, не приветствовался и не звучал на официальной эстраде. Все это было в СССР в 70-е годы. При жизни у Аркадия Северного не было ни одного открытого концерта, но его песни, благодаря «Магнит-издату», звучали по всему Советскому Союзу, их пели, их знали, их любили, и в этом феномен Аркадия Северного как артиста. Сегодня на фестивале в качестве почетного гостя присутствует Рудольф Фукс, который открыл для нас Аркадия Северного. Именно он предложил ему исполнить под запись несколько сольных концертов. В
впоследствии всю коллекцию концертов Аркадия Северного собрал на студии «Ночное такси» Александр Фрумин, впервые издал его музыку легально на CD. Придуманный им фестиваль памяти Аркадия Северного стал первым регулярным фестивалем шансона в России и самым важным проектом студии «Ночное такси». Теперь этот фестиваль еще хранит память и об Александре Фрумине, выдающемся продюсере русской песни. Приветствуем всех артистов, которые прибыли сегодня для участия в 28-м ежегодном фестивале памяти Аркадия Северного. Приветствуем дочь Аркадия Северного, Наталью Звездину. Спасибо ей большое, она всегда поддерживает этот проект, всегда принимает в нем участие. Мы делаем его вместе вот уже несколько лет. Огромное ей спасибо. Вести фестиваль будет Аркадий Фрумин, сын Александра Фрумина, внук Аркадия Дмитриевича Звездина-Северного. Открывает фестиваль памяти Аркадия Северного автор-исполнитель Иван Романов-Клинский из города Клин Московской области. Он приезжает на фестиваль Северного третий год подряд. Он создает светлые песни, наполненные жизнелюбием, добротой и юмором. Тонкое мировосприятие автора, самобытное словообразование редко кого оставит равнодушными. Иван Романов-Клинский, город Клин. Встречаем! Не для тебя слово расхожее, не для тебя песня плаксивая. Дай я тобой полюбуюсь, хорошая. Дай я тобой полюбуюсь, красивая. Ты рождена, чтоб зеваку прохожего сердце разить своей дерзкою статью, чтобы с тобой он жалел о непрожитом, да на себя твой мерил объятия. Пусть глаза ярче темных оттенков считаются, бирюза тысячу раз выразительней карева. Пусть со мною надолго останется глаз твоих бирюзовое марево. Хоть не знаком я тебе цвет лазоревый, дай напою я тобой взгляд свой пристальный, чтоб за глаза обжигать тебя горе мое белым стихом и возвышенной мыслью. А город гудит августовскою мухою, да новый путь мне рисует к свиданию. Что я к тебе и покруче есть ухари, да к твоему тяготею вниманию. Пусть глаза ярче темных оттенков считаются, бирюза тысячу раз выразительней карева. Пусть со мною надолго останется глаз твоих бирюзовое марево. We'll be right back.
для тебя слово расхожее, не для тебя песня плаксивая. Дай я тобой полюбуюсь, хорошая, дай я тобой полюбуюсь, красивая. Солнце нынче просто палево, снова лето на дворе. И саднит моя проталина на обритой голове. Конопатая, курносая, солнце, мы с тобой родня. Ты светила безволосая, точно так же, как и я. День блистает босоножками, солнце прыгает, как мяч. Мне теперь ответь, хорошая, у тебя ль я не блестящ? Пусть живу порой по-всякому, то на дне, то на плаву, вторю солнцу конопатому и содействую ему. День в глазах рассыпан блестками, пьет из лужи воробей. Я не пользуюсь расческами, не заставишь хоть убей. Знаешь, мир моя, ты милая, плюс к минусу пророс. В супе даже суперсилою не найти моих волос. Стули тучи малохольные, день как ночь любви горяч. Ты идешь со мной довольною, так скажи, я ль не блестящ? Счастье проще репы пареной, хватит малого вполне. Так гордись моей проталина на обритой голове. Счастье проще репы пареной, хватит малого вполне. Гордись моей проталиной. Обручённая, будто парус в океане кораблю. Ты на ту натура вера утонченная, вот за что тебя я, Вера, и люблю. А моя натура резкая, кипучая, от того, наверное, что греха таить. Мне так хочется отдать тебе все лучшее и планету в суд размаху подарить. Я другим худого не подам пример, накоплю деньжат и никаких гвоздей, и куплю тебе матрас натура вера, чтобы стала вера ты еще нежней. Красивая, что от вида только твоего горю. Ты на ту натура, Вера, мной любимая, натуральная, Вера, это говорю.
но и нам не будет лишним закрепляющий в меру жесткий, но воздушный, словно стиль, романтический момент объединяющий, тот, который люди делят на двоих. Коли денег не найду, займу у Сбера или тещу раскулачу, что верней, и куплю тебе кровать на Туровера, чтобы стала вера, ты еще добрей. Встречаем на сцене клуба А2 Аркадия Беловского, автора-исполнителя из Москвы. Его программы адресованы поклонникам настоящего шансона по-русски и традиционной городской песни. Исполнитель очень тщательно подходит к работе над звуком, созданием аранжировок при записи своих альбомов. А его песни – фактически истории из жизни, рассказанные простым поэтическим языком. Аркадий Беловский, автор-исполнитель шансона из Москвы. Встречаем! И дверь с надрывным смехом, уходя к чертям, пошлет, отзовется пьяным эхом, на полу разбитый лед. Ушла, и пусть ничуть не пожалею, устал терпеть взаимный глупый вздор. Лучший друг коньяк, с ним по вечерам отдыхаем мы от любовных драм. Выпить и забыть, обрести покой, или до утра уйти к другой. Жить закрытыми глазами невозможно понимать. Что было между нами, нет желания вспоминать. Ушла, и пусть идет своей дорогой, разбавит боль слезами и вином. Сердце отдохнет от безумных сцен, бесполезных ссор и ветреных измен. Выпить и забыть, обрести покой, или на всю ночь уйти к другой. Дерзкая заноза продолжает раздражать, дополнительная доза не сумеет помешать. Забыть глаза с туманной поволокой, обрывки фраз несносный и люблю. Коньяк, с ним по вечерам
отдыхаем мы от любовных драм. Выпить и забыть, обрести покой или навсегда уйти к другой. Похотливый взгляд, улицы молчат, страсти говорят, липкий поцелуй, свежесть женских губ, а в душе зима, наглость и скуп. Терпкое вино, шелк точеных ног захватила ночь, устоять не смог. Ветер распылил пьяный запах тел, только рассмотреть толком не успел. Только здесь и сейчас все для нас, все для нас. Наслаждайся, лови безрассудство любви. Ледяных прудов жидкое стекло бьет ознобом дрожь, а внутри тепло. Без согласия здесь с телом и душой места в сердце нет для любви большой. Только здесь и сейчас все для нас, все для нас. Наслаждайся, лови безрассудство любви. Был случайных встреч сквозь табачный дым, часто отдавал под звуком пустым. Кто чего хотел, кто чего искал, в поисках любви чувства расплескал. Только здесь и сейчас все для нас, все для нас. Наслаждайся, лови безрассудство. Наслаждайся, лови безрассудства любви. В этой дикой красоте мы старались не спугнуть.
тобой, с тобой, как мы счастливы с тобой, с тобой, с тобой, связаны одной судьбой. Как два горизонта, двери глаз распахнулись, не спросив нашего согласия в тот час, на любовь благословив. И познав гармонию любви, чувство безрассудных слов, души вдохновленные свои унесли в нирвану снов. С тобой связаны одной судьбой, с тобой, как мы счастливы. Встреча изменила хрупкий мир двух измученных сердец, провела невидимый пунктир, зачеркнувший образец. В небе путеводная звезда, там сердца объединит искренность взаимно навсегда, нашу верность сохранит. С тобой, как мы счастливы с тобой, с тобой, с тобой, связаны одной судьбой. Мы счастливы с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, связаны одной судьбой, с тобой, с тобой, связаны одной судьбой, с тобой, с тобой, как мы счастливы с тобой, как мы счастливы с тобой. Дорогие друзья, продолжается 28-й фестиваль памяти Аркадия Северного в Санкт-Петербурге. Сегодня 17 апреля 2023 года. И вот мы с Натальей Аркадьевной сегодня вспоминали, когда же впервые я вышел на сцену, когда я впервые по традиции фестиваля, как говорил Александр Викторович Фрумин, вручил цветы приглашенные гости. Это было, по самым скромным подсчетам, 15 лет назад, также в Санкт-Петербурге. И сегодня я вновь приношу цветы и предоставляю слово Наталье Аркадьевне Звездиной. Спасибо. Добрый день. Хочется по традиции всех поблагодарить. Поблагодарить всех, кто каждый год сюда приезжает. Поблагодарить тех, кто каждый год нас снимает и делает этот замечательный фильм. Отдельно хочу поблагодарить Эльвиру, которая, собственно, подхватила в свои нежные руки это тяжелое бремя и продолжает это делать, несмотря ни на что. И это прям очень здорово. 28 лет — это очень много. 43 года, как нету в живых папы. Уже много лет, к сожалению, как нету Саши. Я вот сюда ехала и вспоминала, как много людей ушло за это время, да, за время этого фестиваля. Но мы их всех помним, мы продолжаем. Я очень надеюсь, что еще не один год мы соберемся. Чем старше мы становимся, тем, ну, во всяком случае, я начинаю ценить какие-то традиции. Я пытаюсь эти традиции внести в свою семью. Традиции с цветами, традиции каждый год вас здесь всех видеть. И я очень надеюсь, что эта традиция будет жить, и мы будем здесь встречаться, и мы будем вспоминать папу, мы будем вспоминать Сашу Фрумина, мы будем вспоминать всех тех, кто здесь был и кого с нами нету. И мы будем продолжать это дело на радость нам, может быть, с каким-то долей грусти, но при этом, при всем,
дело живет, и это здорово. Спасибо вам всем большое. Я всех очень рада вас видеть, действительно это так. И я надеюсь, что мы все равно увидимся в следующем году. Спасибо. Спасибо, а мы продолжаем далее. Владислав Ярославцев, автор-исполнитель из Санкт-Петербурга, недавно начал сотрудничать со студией «Ночное такси». В ежегодном фестивале памяти Северного принимает участие впервые. Его новая песня «Встреча», которая будет исполнена для вас, окутана дымкой ностальгии. В этой песне есть свое обаяние, особое отношение к обычному городскому сюжету. Владислав Ярославцев, Санкт-Петербург, встречаем. Внезапная, случай шутка. Поговорим о погоде минутку. Сколько зим, сколько лет. С той поры пролетело мимо. Как на работе, как со здоровьем. Может не будем, давай лучше вспомним прежние времена. Лучшие времена. Вот такое кино, чьей-то жизни стоп-кадр. Вот такое кино, перепутанный жанр. Вот такое кино, чьей-то жизни стоп-кадр. Вот такое кино, перепутанный жанр. Зайдем в кафе, возьмем по 200. В кои-то веки снова мы вместе. Переживаем рэг-тайм, переходящий в блюз. За занавесками все как положено. В прямом эфире мгновение прожито. Жизненной суеты приторно сладкий вкус. Вот такое кино, чьей-то жизни стоп-кадр. Вот такое кино, перепутанный жанр. Вот такое кино, чьей-то жизни стоп-кадр. Вот такое кино, перепутанный жанр. Подножку памяти прыгнем, на перекрестке времени выпьем, с жизнью на брудершафт, может, зачтет долги. Перетасуем событий колоду и разбежимся снова на годы в предрассветный туман. Медленные шаги. Вот такое кино, чьей-то жизни стоп-кадр. Вот такое кино, перепутанный жанр. Вот такое кино, чьей-то жизни стоп-кадр. Вот такое кино, перепутанный жанр. Александр Каменный – известный петербургский певец, музыкант, автор, исполнитель.
родился в Ленинграде в семье музыкантов. В 2009 году студия «Ночное такси» выпустила его дебютный альбом с песнями шансона «Ходики». Сейчас Александр пишет блюзовые рок-н-ролльные композиции. Музыкальность, юмор и искренняя любовь к слушателю – основные черты его творчества. Александр Каменный, Санкт-Петербург. Встречаем! Thank you.
Евгений Любимцев, автор-исполнитель из Калининграда, активно занимается музыкой шансона по-русски, создает жанровые песни в традиционном для шансона стиле. Это касается тематики песен, стихотворных решений, аранжировок, исполнения. Своими университетами Евгений Любимцев называет творчество Аркадия Северного. На его песнях он вырос, и они дают ему вдохновение. Шансонье Евгений Любимцев, Калининград. Встречаем! Над зоной листья желтые кружатся, над зоной листья желтые летят. Когда-то было нам по 18, и я поехал учиться в Ленинград. А я иду по Ленинграду, в кармане фидочку держу. А мне деньжат немного надо, но только их никак не накажу. А вы мне дайте, граждане, червончик, его я девочкам красивым подарю. И зазвучит на сердце колокольчик, все потому, что я девочек люблю. А я иду по Ленинграду, не фидочку держу. А мне деньжат немного надо, но только их никак не накажу. Вы мне дайте, граждане, червончик, его я девочкам красивым подарю. И зазвенит на сердце колокольчик, все потому, что я девочек люблю. А я иду по Ленинграду, в кармане финочку держу. А мне деньжат немного надо, но только их никак не накажу. А если вдруг менты посадят и увезут в холодную тюрьму, вы мне не дали денег, суки, гады, и виноваты в этом только вы. А я иду по Ленинграду, в кармане финочку держу. А мне деньжат немного надо, но только их никак не нахожу. А я иду по Ленинграду, в кармане финочку держу. А мне деньжат немного надо, но только их никак не накажу. А у меня карманы все пустые, но на работу точно не пойду, пока еще ребята молодые и от ментов поганых убегу. Да! А! Снова наша осень наступила, снова обнимает нас тоска. Ты
моя родная не забыла. Снова ждешь меня ты у окна. Опять над Питером летает дождь, качает ветер над Фонтанкой фонари. Я знаю, милая, меня ты ждешь, и не уснуть до утренней зари. Открываю белые страницы, и пишу я новое письмо. Осень над бульварами кружится, снова время грустное пришло. Опять над Питером летает дождь, качает ветер над Фонтанкой фонари. Я знаю, милая, меня ты ждешь, и не уснуть до утренней зари. Я возьму любимые ладони, и на миг щекам своим прижму. За окошком ветер тихо стонет, отчего же осень я люблю. Опять над Питером летает дождь, качает ветер над Фонтанкой фонари. Я знаю, милая, меня ты ждешь, и не уснуть до утренней зари. Я пишу письмо, как ты там, родная, без меня? Здравствуй, дорогая, время не пришло, между нами годы и тюрьма. Я в телогречке хожу-хожу, и письма нежные пишу-пишу. В моем карманчике лежит портрет, и тает снег. Я в телогречке хожу-хожу, и письма нежные пишу-пишу. В моем карманчике лежит портрет, и тает снег. Каждый день я письма долго
тебе пишу, а в ответ на 10 лишь одно. Объяснение этому я не нахожу, значит, просто мне не повезло. Я в телогреечке хожу-хожу и письма нежные пишу-пишу. В моем карманчике лежит портрет и тает снег. Я в телогреечке хожу-хожу и письма нежные пишу-пишу. В моем карманчике лежит портрет и тает снег. Полетит дымок и поедет поезд на вокзал. Здравствуй, дорогая, вот окончен срок. Сколько лет я этого так ждал. Я в телогречке хожу-хожу и письма нежные пишу-пишу. В моем карманчике лежит портрет и тает снег, да, Дима? Я в телогречке хожу-хожу и письма нежные пишу-пишу. В моем карманчике лежит портрет и тает снег. Опа! Гречке хожу-хожу и письма нежные пишу-пишу. В моем карманчике лежит портрет и тает снег. Приветствуем на 28-м фестивале памяти Северного Светлану Трухину, оперно-эстрадную певицу из Санкт-Петербурга. Светлана исполняет и фольклорные произведения, и арии из опер и оперетт. Светлана Трухина продолжает традицию выступления на эстраде известных артистов русской сцены, когда в концертные программы они включали классический репертуар. У нее появился свой круг зрителей, которые приходят на концерты, чтобы услышать известные арии в ее исполнении. Певица Светлана Трухина, Санкт-Петербург. Встречаем! Я рила,
в миг, когда бинокли в зале только на меня наводят. Вы довольны, все в порядке, страх мой вами не замечен, но волнуюсь я ужасно и волнуюсь каждый вечер. О, как будто рано вышло, о, как будто в танце срывы, то сама себя не слышу, если б только знать могли вы, если б только знать могли вы. Но вдруг вам в какой-то миг уходит страх, я вязал, держу в своих руках. Я смеюсь и вам смешно, плачу я со мной, вы заодно. За эту власть, за власть минутную свою, все я театру отдаю, все живое сердце край, все мечты. Как на свидание каждый вечер к вам сюда, воздух старый дорог мне всегда. Восьмой фестиваль памяти Северного продолжает Зиновий Бельский, поющий композитор из Санкт-Петербурга. Он участвует в фестивале Северного с начала 2000-х годов. Его смело можно назвать ветераном фестиваля. Зиновий Бельский – профессиональный музыкант, создает красивые по музыке произведения в современной эстрадной стилистике. А тексты стихов пишет для него петербургская поэтесса Ольга Бузова. Зиновий Бельский выступит для вас в сопровождении собственного коллектива «Геометрия любви». Встречаем.
выходила панорама из окон крыши ресторана, а в зале жалостлива дама всем пела о судьбе жигана. Шансон по-русски — это круто, и в шумном зале многолюдно. А ты шикарная такая, как подойти к тебе, не знаю. Не святая, не святая, да и пусть мне все равно. Ты такая, ты такая, как пьянящее вино. Не святая, не святая, я тебя уже люблю. И за все соблазны рая никому не уступлю. Красивых глаз с меня не сводит, меня по полной ты заводишь. Иду к тебе походкой смелой, ведь ты же этого хотела. Скажу, я первый раз вас вижу, я вас хочу знать поближе. Наверное, меня вы ждали, скучая в этом душном зале. Не святая, не святая, да и пусть мне все равно. Ты такая, ты такая, как пьянящее вино. Не святая, не святая, я тебя уже люблю. И за все соблазны рая никому не уступлю. А впрочем, так как и всегда, мой старый друг издалека ко мне явился. Открою, ух ты, старина, друг друга треплем за бока. 100 лет не виделись, ну как нам не напиться? Давай за встречу, дорогой, давай за встречу. Грустинку чертову в глазах твоих замечу. И у меня как горляком, слезу рукой смахну тайком и кашляну. Ну, в общем так, давай
за встречу. Мы выпьем и еще нальем. Знакомый ресторан пойдет, где также музыка, живем до полуночи. Что город свой не узнаешь, один дорогу не найдешь, топну плечом, ну ты даешь. Так, между прочим, давай за встречу, дорогой, давай за встречу. Грустинку чертову в глазах твоих замечу. И у меня как горле ком, слезу рукой смахну тайком и кашляну. Ну, в общем, так, давай за встречу. Друг другу смотрим мы в глаза, воспоминания река. Твоя судьба, моя судьба, вся жизнь как будто висков коснулась седина. Так нас украсили года, но скажем, это ерунда. Вернувшись утром, давай за встречу, дорогой, давай за встречу. Грустинку чертову в глазах твоих замечу. И у меня как горле ком, слезу рукой смахну тайком и кашляну. Ну, в общем, так, давай за встречу. Любовь твою, я был с тобой почти что маг, немного плыл. Ну согласись, что иногда и маги врут. Не распустившийся бутон из ласки тайн, и называла ты лимон обычный лайм. Ты вызывала хрипоту и нервный тик, а я же через не могу к тебе привык. Кто подскажет, кто поймет, как любить нам правильно? Кто-то яд любовный пьет, а кто-то ест торт вафельный. И не могут люди все мыслить одинаково. Для кого-то красный цвет, а для кого-то маковый. А у меня на грани был душевный срыв. Я утром с именем твоим курил и пил, а ты не знала ничего сама в себе. И лунный серп свечою был в твоем окне. Ресничками моргала, в так все хлоп да хлоп. А что за ними, я никак понять не мог.
Такой бессмысленный роман, не в этом суть. Все мистика, мираж, обман, но не уснуть. Кто подскажет, кто поймет, как любить нам правильно? Кто-то яд любовный пьет, а кто-то ест торт вафельный. И не могут люди все мыслить одинаково. Для кого-то красный цвет, а для кого-то маковый. Скажет, кто поймет, как любить нам правильно. Кто-то яд любовный пьет, а кто-то ест торт вафельный. И не могут люди все мыслить одинаково. Для кого-то красный цвет, а для кого-то маковый. Для кого-то красный цвет, а для кого-то маковый. Ветер стих, не гудят провода, замерлись на веточке клёна. Лишь куда-то плывут облака, и, наверное, далёко-далёко. Лишь куда-то плывут облака, и, наверное, далеко-далеко. Я бы сел бы на вас и ушел от врага, от любви, от ласки земной. Вы возьмите меня, облака, заберите меня с собой. Вы возьмите меня, облака, заберите меня с собой.